Сегодня производила ревизию черенков, которые стоят на укоренение. Кстати, кому нужна драценка компакта, ее у меня масса, потому что расчеренкована была огромная-огромная стебель нашей драцены компакты. Она отрастает, формирует побеги, вот видите, корни. Так что, кому нужно, обращайтесь. Вот также у меня есть диффенбахи с корнями, агланемы. И перед самым отпуском я как-то двигала замиокулькас неаккуратно и отломала ветку. Садить было некогда, это же нужно грунт намесить, горшок найти. И ткнула вот в черенки. Смотрите, вот чуть больше месяца прошло. Замиокулькас в воде сформировал что-то наподобие клубенька, корешочки. Ну и просится, конечно, уже в грунт. Посажу непременно. Кстати, может, кому-то нужно, тоже продам, потому что уже деваться некуда с этими отросточками. Значит, скажу вам еще раз, что этот замиокулькас был отломан. Вот здесь даже видно место надлома. Поэтому это был абсолютно здоровый листочек, и из-за этого я его и ткнула в воду. Если бы это был тот экземпляр, который, допустим, подгнивал бы, то ставить его на укоренение в воду нет смысла, потому что он бы сгнил, скорее всего. Там лучше расчеренковывать на сегменты помельче, и в таком случае просто ставить в грунт. И то не факт, что он укоренится, а этот, вот можете видеть, за месяц сформировал вот такие вот корешочки, клубенечек, ну и листья вот еще зеленые, живые, так что хороший череночек, готовый к укоренению. Да, так собственно я о том, что замиокулькасы укореняются и в воде, но если они здоровые. Если же они подгнивают, то, конечно, вряд ли у вас получится его вот таким образом укоренить.